Вот уже 8 месяцев Алевтина Владимировна, как и все магнитогорцы, получает квитанции за капитальный ремонт. Правда, ни одну из них пенсионерка пока еще не оплатила. У меня пенсия небольшая, не с чего сделать. Я вот в квартире не могу сделать ремонт. Сумма задолженности у Алевтины Владимировны уже приближается к 2500 рублей. Расставаться с такими деньгами пенсионерке нелегко. Тем более, что недавно по телевизору она услышала новость. В скором времени при оплате капитального ремонта будут действовать льготы. Не знаю, платить, не знаю, не платить. Вот Медведев говорил, что кому 80 лет, тот не должен платить. А кому 70 лет, 50%. Герман Эдуардович с супругой Валентиной Георгиевной – долгожители. Оба разменяли 9-й десяток. Уже 35 лет место жительства их неизменно – это квартира. Идею копить деньги на капитальный ремонт дома пенсионеры поддерживают, но не в том виде, в каком государство им предлагает делать это сейчас. Я в новом жилье живу, аварийное жилье. С нас со всех берут одинаково – 6 рублей 40 копеек. Есть же так. Инвалиды, малоимущие, многосемейные и много-много-много всего. А почему с нас одинаково со всех берут? На государственном уровне тоже задумались об этом. Инициатива о введении льгот по взносам на капремонт за минувшую осень была озвучена премьер-министром Дмитрием Медведевым уже дважды. Но законопроект пока не принят. Суть закона в том, что определенные категории граждан будут наделены льготами. На сегодняшний день это идет в стадии рассмотрения, этот законопроект, и планируется его принять в 2016 году. То есть как только он будет принят, мы обязательно тут же оповестим всех заинтересованные стороны. Предоставлять какую-либо предварительную информацию по грядущим льготам в магнитогорском отделе регионального оператора капремонта отказались. Поэтому вернут ли уплаченные взносы будущим льготникам и будут ли требовать оплаты взносов за 2000